Приветствую всех. 1394 сборка. Новый игровой системный блок недорогой. Построен на базе процессора Intel Core i3-9100F, 1151V2 сокет. Coffee Lake. Процессор у нас без видеоядра, четырехъядерный. Core i3-9100F с частотой от 3,6 до 4,2 ГГц в режиме TurboBoost. Процессор холодный, устройство охлаждения у нас родное интеловское. По сути, вечные кулеры, бесшумные, нормальные. Материнская плата на H310 чипсете, Gigabyte H310M S2 версия 2.0. Обычная простая плата, без каких-либо особенностей. Стоит одна планка памяти по 8 на 8 гигабайт. DDR4 частотой 2666 МГц, фирма Kingston. Максимальный объем памяти, возможно, этой плате 32 ГБ, достигается установкой двух планок по 16 ГБ каждая. Если поставить такую же вторую, будет 16 ГБ и будет работать тогда в двухканальном режиме памяти. Видеокарта GeForce GTX 1650 на 4 гигабайта DDR5, фирма Polit, версия Storm X. Такая вот маленькая видюшка, у которой нет даже доп. Питания, а будет позволять играть игрушки, в принципе, на самых максимальных настройках графики. Ну, без фанатизма, конечно, ультра настройки она не вытянет, но на Full HD разрешение в большинстве игр вот максимальные настройки. Уровень производительности примерно как у Radeon RX 470. Немного будет уступать GeForce GTX 1060. И будет превосходить видеокарту GeForce GTX 1050 Ti. SSD накопитель у нас на 240 ГБ фирма AMD Radeon R5 SL240. Обычный SATA интерфейс. Блок питания на 500 ватт фирма Accord ACC 500V12. Ну и корпус у нас формула F33. Такой широкий корпус. Один из самых продуманных корпусов. Добавили мы сюда вентилятор на 120 мм фирмы GMC. В таком белом исполнении. В корпус можно поставить два вентилятора сверху 120 мм, два снизу, три спереди. Есть возможность установки водяного охлаждения как сверху, так и спереди. Корпус чуть шире обычного. Это позволяет без проблем установить двойной водоблок. Есть специальный отступ от материнской платы и от оперативки. На корпусе есть разъем USB 3.0 и два разъема USB 2.0. Кнопка Reset и включение. Вот такой вот тихий бесшумный системник. Сбоку будет прозрачная боковая панель из акрила. Вот такой вот недорогой системник. По деньгам он у нас получился 31 500 рублей. Напрашивается сюда вторая планка памяти на 8 гигов. Стоимость 2400. Ну и жесткий диск на терабайт, к примеру. Стоимость трешка. Ну, на первое время вполне хватит и так, чтобы все игрушки шли. Можно было поставить, включить и работать.